Всем приветик. Суббота вечер. Мы пришли прогуляться на наше озеро. Озеро здоровья. Я уже показывала эту красоту. Показываю еще раз. У нас сегодня был трудный день. Мы ездили в Нью-Йорк. Опять к стоматологу. Слава Богу, что все нормально. Работать будем дальше осенью. Сейчас погуляем и пойдем домой отдыхать. Вот там лес весь в солнечных еще лучах. А с этой стороны тенечек. Людей много тут, как всегда. И лебеди черные с белыми катаются. Я бы сама покаталась, но очередь. Не хочется стоять в очереди. Пришли погулять, значит, будем гулять. Покажу вам ремонт дороги. Вечерами обычно тут начинают. Целую ночь. То ли трубы прокладывают, потому что вот какой-то вот такой ров посреди дороги с одной стороны. Движение с одной стороны перекрыто. Оттуда, отсюда пускает слева. Полиции полно в начале работы и в конце работы. Движение регулируется очень строго и все потихонечку и медленно. Техники очень много нагоняется, чтобы работы быстрее делались. Нагоняется очень много техники. Всякие трактора, асфальтоукладочные какие-то. Вот, грузовики вот такие здоровенные. Конечно, полицейские с мигалками. Без полицейских ничего не делается абсолютно, ни шагу. Полицейские, где бы какую канавку не рыли, где бы какую канализацию не чистили, везде стоит полицейский с мигалкой и смотрит, как делается работа. И смотрит за движением обязательно, чтобы не сбили рабочего, чтобы не попали сами под рабочие вот эти машины. И вот еще одна полицейская машина в конце работ. Рабочий работает. Нас пропускает. Светофор тут этот уже до фени. Все идут, кому куда надо.